Скоро мой план будет готов. Ты мне нужен первым. Лови, малыш! А ты кто? Твой страшный сон. Догдэй! Догдэй? Мой Догдэй пропал! Что за... Эй, что ты тут делаешь? Кауфмо был еще так молод, и мы так сдружились. Хватит тут ныть. Мой Догдэй пропал. Ты видел его? Не знаю. Посмотри по камере видеонаблюдения. О, здесь есть камера. Подключим. Ребята, нужна ваша помощь. Ставьте лайки, чтобы появился сигнал. Еще немного лайков, и я смогу узнать, кто украл Догдэя. Ребята, спасибо большое. Ну! Это что, камера? Из-за тебя я не видела, кто украл Догдэя. Ладно, ладно, я помогу тебе. Ага. Первая улика. Вы знаете, чье это? Пишите в комментариях, если видели, кто украл Догдэя. Следующая улика. Что это нам дает? Последняя улика. Но кто же это? Из-за тебя я потеряла свой бант. Я должен выбраться отсюда. Хорошо, что у меня есть запасной. Никуда не уйдешь. С этим ты не убежишь. Начнем с силы. То, что нужно. Так быстро. Доставка. Вот, за доставку. А это что у нее? А это на чай. Хаги, нет. Сладких снов. Что за... Сейчас все увидишь. Все идет по плану. Может, я пока убегу? О, нет. Это может помочь. Откуда здесь банан? Сама теперь поспи. А теперь вытащи меня отсюда. Она украла мои силы. Не забудь меня. Прости, сил совсем нет. Что за псих? Не отвлекаемся. Ага. Я знаю, кто нам поможет. Ваше Высочество! О, прошу, зовите меня Лу. Кто-то украл моего Догдэя. Вот улики. Я могу дать вам подсказку. Сначала выполните мое задание. Ой, не то.
Найдите моего кролика, дам подсказку. Удачи вам. И где его искать? Что бы мы сделали, будь у нас мозги? Секундочку. Вот же он. Но где этот цирк? Прокачу нас с ветерком. Газуй! Приехали! Ну, прыгай же, алле-оп! Глупость какая! Ура! Нашли! Это мое животное! Спокойно, спокойно, все можно решить! С дороги! Морковку! Джакс, сделай уже что-то! А так, получай, получай, получай! Бежим! Это было круто! Пока их жду, порадую подписчиков! Вы вернули его! Наконец-то! Ты обещала сказать, где искать Дог Дэя. Ах, да! Вот подсказка. А где подсказка? Это и есть подсказка. Нам нужно к Хаги-Ваги. Где я? О, привет! Тебя ищет Кэтнэп. Прячься! Что происходит? Ты-то у меня не убежишь. Вот поэтому мне нужна твоя скорость. О, нет. Дай мне что-то тяжелое. Может, это пригодится. Получай. Это мне? Упс, прости. Да, это тебе. Врубай! Теперь отнеси меня к Кэтнэпу. Ну уж нет, этот Поппи Плейтайм мне надоел. Я возвращаюсь в цифровой цирк. Что это за место? Какой милый песик! Скорее, спаси меня! Спасти от чего? Ты как раз вовремя. Ребята, а где Джакс? Хаги! Хаги! Меня нет. Вставай, мне нужна твоя помощь. У меня украли силы. Ты знаешь, где мой Дог Дэй? Я знаю, что произошло. Что? Его украла мисс Делайт. Ей конец. Одной тебе не справиться. Идем со мной. Но у меня нет сил. Вспомни, кем ты был. Да. Давай, ты сможешь. Ура!
полезней. Ты молодец! Ты в порядке? Ты готов к мести, мисс Делайт? Что происходит? Закончу с хитростью и возьмусь за тебя. Ты мне уже так надоел. Это еще кто? Доставка. Не помню, когда делала заказ. Ну, это мне нужно. Ура! Кэтнэп спасет меня! Этого я не заказывала. Извините. Это точно не мне. Вы, доставщики, вечно все путаете. А вот и я. Мой малыш. Я так ждал тебя. Что это за гадость на тебе? Пришли мстители. Спать. Нужно выбираться. Помогите! Ваше высочество! Называйте меня Лу. Давайте скорее! В какую сторону бежать? Вам конец! Берись за ключ! Что ж, приступим к плану Б. Спаси меня! Куда ты его тащишь? Ты пополнишь коллекцию моих монстров. Моя собака! Как мне спасти его? Если станешь Кэтнэпом, сможешь спасти свою собаку. Я буду Кэтнэпом! Я спасу собаку! Иди сюда! Кажется, это тебе. А как? Мне пора. Ты отдал? Да. Мой план сработает. Помогите! Скоро у меня будут все монстры. Что мне понадобится первым? Легко. Мне не добраться до парика. Ради тебя я все сделаю. Еще чуть-чуть. Этим справилась. Все идет по плану, мисс Делайт. А это что? Вы арестованы. У вас есть право хранить молчание. Не отвлекаемся, что тут дальше? Это не то. Отпусти меня, сумасшедшая. Снова не то. То, что нужно. Ну, приступим. А где? Присядь-ка. Ах ты маленький. Пришло время покружиться. Ты за это заплатишь. Ты много болтаешь.
Пора выбираться отсюда. Ты далеко собрался. А где мисс Делайт? Куда она ушла? Какой же ты глупый. Запри собаку и развяжи меня. Только не этим. Я развяжу тебя. Это интересно. Не понимаю. Ты знаешь, кто это? Нет, нет, нет. Лузер, лузер. Это Хаги-Ваги. Где мне его найти? Надеюсь, он меня не заметит. А это кто? Получай, грабитель. Это мне тоже нужно. Ну уж нет. Отдай. Сыграем. Я справлюсь одной левой. Мне не справиться. Ребята, нужна ваша помощь. Ставьте лайки, чтобы я выиграла и спасла мою собачку. Эй, мне тоже ставьте лайки. Вот так. Еще немного лайков, и мы победим. Спасибо за лайки. Вот так тебе. О, еще штришок. Готово. Ты у меня попляшешь еще. А как тебе такое? Только не когти. Посмотрю-ка фильм. У меня есть идея. Вот это любовь. Так будет вкуснее. А, жжет! Ну, я тебе устрою. Помогите! В этот раз ты доигрался. У тебя не получится убежать. Я устала от тебя. Отдохну пока. Алло, нужна срочная доставка. Это кому? Бросай сюда. Миссия прошла успешно. Чаевые я добавил. Проснись и пой. Надеюсь, там нет никакого монстра. Алло? Что происходит? Танцы я люблю. Что случилось? Еще нужен кулон. Думай, думай. Придумала. Пишите в комментариях, если тоже любите шоколад. Делаем вот так.
и вот так. А теперь добавим глиттер. Какая красота! Готово. Что там дальше? Чье это? Пишите в комментариях, если знаете, кому это принадлежит. О, это весело! А это что за движение? Эта собака меня уже достала. Я все равно выберусь отсюда. Твое время вышло. То, что нужно. Это была последняя капля. Тебе конец. Осталось только это. Снова эти загадки. Знаешь ее? Нет, нет, нет. Яблочко. Придумала кое-что поинтереснее. Это мами Лонглекс. Где мне ее найти? Вперед! Что здесь происходит? Я такая толстая! А это кто такая? Мне нужно стать кэтнепом, чтобы спасти мою собачку. Мне нужно спасти собачку. Вон! Эй, смотри, куда идешь. Штрих. О, Хаги. Мами. Отличная работа. А теперь к делу. Готово. Что теперь? Теперь ты станешь монстром для мисс Делайт. Все готово, шеф. Наконец-то все в сборе. Что это значит? Ты обещала отпустить мою собаку. Это был мой план. Теперь у меня будут и Кэтнэп, и Дог Дэй. Тебя давно нужно было проучить. Думала сбежать? Я тебя не боюсь. А зря. Тебе не скрыться. Не волнуйся, я спасу тебя. Я же теперь Кэтне. Сладких снов. Скорее, вытащи меня! Я пытаюсь, но не знаю как. Вам помочь? Что ты скажешь на это? А мне нравится быть Дог Дэем. Наконец-то мы вместе. Из тебя получится отличный кэтнэп. Да, мне тоже нравится. Поиграем? Да, только не здесь. Да, найдем другое место для игр. А
обожаю наши игры, малышка. Я тоже. Лови. Теперь ты поиграешь со мной. Кто ты? Я не хочу с тобой играть. А тебя никто и не спрашивал. Dog Day? Где моя собака? Что случилось? Dog Day пропала. Я помогу тебе ее найти. Но как? Здесь должна быть улика. Есть подозреваемые. Но кто? Добро пожаловать домой. Зачем ты меня сюда притащила? Маленькие детки любят собак, поэтому я вас всех уничтожу. Вот наши подозреваемые. Кто-то из них украл мою собачку. Если вы видели, кто украл Dog Day, пишите в комментариях. Как же ее успокоить? Придумала. Вот, другое дело. Проверим первого подозреваемого. Что я здесь делаю? Ты украл мою собаку? Где она? Это не я, клянусь. Докажи это. Где ты был сегодня с утра? Этого я вам никогда не скажу. Хочешь пить? О, спасибо. Вкусненько. А что это было? Сок правды. Теперь-то ты все нам расскажешь. Я ждал девушку на свидание. Она такая красотка. Конечно, я взял своего друга с собой. Это от чистого сердца. Лузер! Эта крошка будет моей, неудачник. Все смеялись надо мной. Ладно, мы тебе верим. Не волнуйся, ты еще встретишь любовь. Не отвлекаемся. Да-да. Кто же это мог быть? Как же мне выбраться отсюда? Надеешься убежать? Вот только сниму ТикТок и сразу тебя прикончу. О, нет, я должна что-то придумать. Никому не нравится? Кажется, я придумала. Вот тебе, получай! И это вам нравится? Теперь тебе точно конец. Следующий подозреваемый Хаги-Ваги. Он же монстр. Всех уничтожить. Помогите. Мы должны его найти. Переносимся домой к Хаги-Ваги. Ты здесь живешь? Это странно. О, гости, хотите тортик? Ты нам зубы не заговаривай. Где Dog Day? Я ее не видел. Где ты был сегодня утром? Я проснулся. Выпил кофе. Сыграл партию в шахматы. Лузер.
Потом я делал утреннюю зарядку. Я был дома все это время. Он ни в чем не виноват. Мы тебе верим. Где же она? Ненавижу собак. Я должна выбраться отсюда. Тебе не убежать от меня. Ты мне уже надоела. Упс, я так делаю, когда нервничаю. Там птичка. А это откуда? Тебе пора освежиться. Запускаю. Получай, получай. Ты меня достала. Думаешь, это Кейн? Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк. Алле-оп. Браво. Браво! Я не позволю ему так использовать Дог Дэя. Добро пожаловать, Вуди! Ты украл мою собаку? Я впервые ее вижу. Нам нужно твое алиби. Что ты делал сегодня утром? Расскажу, если сыграете в игру. Первый удар твой. Боулинг? Вот это супер удар! У вас остался последний удар. Ладно, ладно, я все расскажу. С утра я позавтракал любимой едой. Но этого было мало. И я заказал больше сладостей. О, да. Из-за всех этих конфет у меня выпал зуб. Но я знал, что делать. Фея. Молодец, бери монетку. В сторонку. Твоя монетка. Этого мало. Ладно, вот твои деньги. Это любовь с первого взгляда. Окей. Ты выйдешь за меня? Я согласна. А дальше вы знаете. Тогда осталась только одна. Мамми Лонглегс, удачи вам. Скорее отправляемся к ней. Упс, не туда. Почему вы так долго? Я спасу тебя, малышка. Думали спасти ее? Я одолею тебя.
Можно поскорее? Я же говорила. Вам конец. Сладких снов. Скорее вытащите меня. Как же нам его пробить? Сейчас мы с ним быстро справимся. Да, так его. О, нет, он разрядился. Ребята, ставьте лайки, чтобы мы могли освободить Dog Day. Ставьте еще лайки, чтобы нам хватило энергии. Ребята, спасибо большое. Нам нужно убираться отсюда. Они что, не работают? Что это за место? Какой малыш? Совсем один. Помогите, я потерялся. Конечно, сладкий. Я заберу тебя. Я вижу, ты нашла моего песика. Я его не знаю. Мне страшно. Я тебе его не отдам. И что ты мне сделаешь? Фокусы покажешь? Могу и фокусы. Выбери карту. И что это значит? Бежим, малыш. Вы от меня все равно не спрячетесь. Здесь ты будешь в безопасности. Да ты весь горишь. Я плохо себя чувствую. Не переживай, я спасу тебя. Я слишком долго бродил по улице. О нет, он умирает. Ты сделала все, что могла. Ну уж нет, я так просто не сдамся. Ребята, нужна ваша помощь. Скорее ставьте лайки, чтобы мне хватило энергии. Его жизнь в ваших руках, друзья. Еще немного лайков. Спасибо, вы лучшие. Ты в порядке? Все хорошо. Главное, что мы спасли тебя. Я так проголодался. Да-да, малыш. Сейчас я что-нибудь придумаю. Боюсь, у меня ничего нет. Я останусь голодным. Привет, помни. О, какой милый песик. Он голодный, а мне нечем его кормить. Фу, какая гадость, что это? Это вкусно и очень полезно. Может, я смогу заказать еду? Кажется, я вижу монетку. Я надеюсь, это деньги. Это нам сейчас не поможет. Нужно позвать Кейна. Ага. Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк. Нам нужна твоя помощь. Нам нечем накормить этого песика. Какой хорошенький. Как тебя зовут? Я не знаю. Давайте посмотрим. Проще простого. Тебя зовут Нави. Спасибо, конечно, но как насчет еды? Вам нужно сыграть в игру. Приз – корм для Нави. В какую еще игру? Kick the Can. Прятки с Кейном. Надеюсь, вы выиграете. Но для этой игры слишком мало игроков. Придумала. Рогата, давай играть. Обожаю игры. То, что нужно.
Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Я нашел ее. Это было несложно. Не поймаешь? Эй! Я кое-что придумал. Здесь они меня точно не найдут. Ты видел эту собаку? Да, тебе туда. Я выиграла. Дай Нави корм. Ну что ж, вот ваш выигрыш. Наконец-то еда. Где Нави? Может, его кто-то украл? Ребята, если вы видели, кто украл Нави, пишите в комментариях. Напишите, чтобы я знала, где искать. Кауфмо? Спасибо вам, ребята! Как же я? Я тоже хотела помочь! Помни, спаси меня! Далеко собралась? Верни мне Нави! Я все равно тебя одолею! Ты думала, это будет легко, глупышка? Вот сейчас это пригодится. И кто тут теперь глупышка? Освободи меня. Я же говорил, что легко не будет. Я пришла на помощь. Вы что, танцуете? Выключи электричество. Ты, подружка, спасибо, что спасла меня. Вы отцепите меня. Наконец-то спасибо. Вы думаете, что уйдете с ним? И кто нам помешает? Уходим, пока он не вернулся. Я пока отдохну. Хорошая идея. И ты приляг. Где же мне прилечь? У меня нет своего домика. Мой бедный малыш. Я что-нибудь придумаю. Нет, это не то. Я гений. А где ты возьмешь детали? Машина Кауфмо. До нас ты теперь не доедешь. Ты хочешь, чтобы я жил в колесе? Это только основа, малыш. Нужно убрать этот ужасный цвет. Это подойдет? Идеально. Что теперь? Где-то у меня была нужная деталь. А ты что здесь делаешь? То, что нужно. Здесь чего-то не хватает. Спасибо, что дали поспать. Так будет мягче. А что вы тут делаете? Делаю домик для Нави. Вау! Я могу смастерить себе отличную юбку. Мы найдем этому лучшее применение. А у тебя отличный вкус.
Кажется, я знаю, чего здесь не хватает. Чего? Скажите и мне. Сейчас увидишь. Стало больше света. Готово. Спасибо, у меня никогда не было такого домика. Эй! И заключительный штришок. Кажется, я снова проголодался.